Да, долго. Приветствую вас на своем канале Love Parfum. С вами, как всегда, Алексей. И сегодня мы поговорим о интересной марке под названием Marc Jacobs и его новом, значит, сексуально роскошном и чувствительном аромате Decadence. Marc Jacobs Decadence – это новый повод побаловать себя. Вдохновением для него стала сумочка от Marc Jacobs. Decadence поднимает легкие, очаровательные композиции от Marc Jacobs на новый уровень роскоши и элегантности. Сейчас мы его с вами нанесем аромат и послушаем. Аромат мне очень понравился. Он очень достаточно такой стойкий, шлейфовый. Я, когда его впервые увидел на полках, прочитал его название Decadence, и мне сразу в голове заиграла песня, значит, наших рок-музыкантов Агаты Кристи. У них есть такая песня про Decadence, да? «Давай вечером с тобой встретимся, поиграем в Decadence». И как-то вот меня привлек он этим названием, и я решил его изучить, нанести, походить с ним, для того, чтобы узнать, насколько он стойкий, шлейфовый. Вот, и он достаточно стойкий, шлейфовый. С вами он будет 8 часов. Аромат вышел в парфюмированной воде. Значит, в объемах 30 мл, 50 мл и 100 мл. Аромат чисто женский. Он выполнен, в принципе. Это сразу всем видно в форме женской сумочки. Что касается парфюмера, да, данного аромата. Decadence создан талантливым парфюмером. Это они Бузантян. Ноты, начальные ноты данного аромата – это итальянская слива, ирис, шафран, ноты сердца здесь у нас, болгарская роза, жасмин сорта самбак, фиалковый корень, и, конечно же, в шлейфе такой интересный очень компонент, как жидкая амбра. Амбра очень удивительный, в принципе, компонент, такой афродизиак, да, притягивающий противоположный пол. Конечно же, еще ветивер и папирусное дерево. Что касается, значит, дизайна флакона, да, вы, как уже заметили, он выполнен в форме такой интересной сумочки. Дизайн парфюма Decadence повторяет классические формы утонченной женственной сумочки от Marc Jacobs. Флакон выполнен в богатом, роскошном, таком изумрудно-зеленом оттенке. И, конечно же, такая крышка у него замечательная, с экзотическим бетоновым таким принтом. Вот. Золотая цепочка также, можете заметить, имитирующая ручку. И черная шелковая кисточка заканчивают образ данного аромата. Аромат очень теплый. Вообще аромат относится, значит, к древесным более. Ну, как бы я бы сказал, таким древесно-восточным. Можно даже не сладкий такой, сладко-древесный аромат. Выпущен он у нас в 2015 году. Лицом данного аромата сейчас является знаменитая супермодель Адриана Лиман. Адриана Лиман, значит, запечатлена она в рекламном ролике, сексуальный, чарующий, такой, с взъерошенными волосами, такая вся, одетая, конечно же, в облегающее платье от Marc Jacobs. Все это вы можете увидеть, не мою рекламу, вы можете увидеть рекламу с данной моделью. У меня будет ссылка внизу под видео, вы можете посмотреть ролик данной рекламы, как она рекламирует этот данный замечательный аромат. Аромат сейчас, значит, продается во всех объемах, и стоимость за 100 мл данного аромата сейчас составляет $150. За 50 мл это в порядке $100, и за 30 где-то $60-70. Вот. Также у данного аромата есть банная линия. Это гель для душа и, конечно же, лосьон для тела. Поэтому дамы, девушки, женщины, советую вам этот аромат. Послушайте его. Лично я ему даю оценку 10. Он по всем параметрам просто шикарный.
Здесь только чего стоит один дизайн. Ну, конечно, я не рекомендую с ним так вот ходить где-то, да, в клуб или еще где-то так сверкать, потому что вроде бы так он сделан очень крепко, но с другой стороны может вылететь крышка, и вы разобьете свой декаданс. Название такое очень достаточно интересное, притягающее, и сам аромат тоже. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пишите мне в комментариях, какое бы вы видео хотели увидеть, на какие темы и с каким парфюмом. Возможно, я найду данный парфюм и сниму для вас ролик. Ну и на прощание я скажу слова знаменитого Кристиан Диора. Пройдет время, и вы забудете, во что была одета женщина. Но запах ее духов надолго останется в вашей памяти. Всем пока!